Да. А скажите, пожалуйста, вот чем вы еще для себя меряете успех? Успех, видимо, сам успех, видимо, только полными залами в результате. Только? Успех, да. Несмотря на то... Успех полными залами и количеством цветов и толпами встречающих и провожающих до спектакля и после спектакля. Ну, скажем, можно, я знаю, что эта фамилия у вас вызывает нервную дрожь, но тем не менее, у Юры Шатунова тоже полные залы. Откуда вы знаете, что у меня фамилия? Я читал это в ваших интервью. Ну. Юра Шатунов вызывает вот у вас такую реакцию. И он тоже полные залы собирает. И да, как, ну а как залы. Вот отделить успех? Я думаю, что те залы, которые собирает Юра Шатунов, мне и не снились, если честно. Это великий парадокс этой державы. Великий парадокс. У господина Шатунова действительно полные концертные залы, ледовые стадионы. Это что? Это почему? Вы ушли от ответа. Чем еще можно мерить успех, кроме как кассы? Я не знаю, вы меня в тупик поставили. Я сдаюсь, я даже не думал. Хорошо, не помните знаменитый фильм «Укротительница тигра»? «Укротительница тигров». Ага. Там герой Сергея Филиппова, да, укротитель алмазов, произносит замечательную фразу. «Алмазов – это касса». Ага. А вы уже почувствовали, что Нагиев – это касса? Это не «Укротительница тигров», это «Полосатый рейс». «Укротительница тигров». Точно, да? Ага. Думаю, что на сегодняшний день, наверное, гиф это касса, наверное, это так, да. А это что-то изменило в вашем мироощущении? Боюсь, что нет. К сожалению, нет. Потому что мои гонорары, вот как были моими гонорарами, вот такими, они не растут, они не шевелятся. Это еще один парадокс этой державы. Когда популярность во много раз опережает доходы. Я вам озвучу одну вещь. Я не беру на себя смелость сказать, какой вот я по рейтингу среди телевизионных ведущих. Я не знаю, я не читал этих рейтингов. Ну, где-то так, где-то знают. Вот третий по рейтингу телевизионный ведущий в Соединенных Штатах, его годовой доход 17 миллионов долларов. Он это сидит и спокойно с экрана, я это лично видел, спокойно сидит и говорит, мой годовой доход 17 миллионов долларов. Что это такое, господа? Ну, там рекламный рынок другой. Там другие бюджеты, телевизионные, на программу рекламу. А популярность у нас опережает доход. Ну, правильно, у нас и страна другая, Дима, все-таки у нас нет таких денег. А скажите, вот какая ваша деятельность? Вы играете в театре, в кино, вы телеведущий. Вот какая деятельность приносит вам наибольший доход? Я настолько скромно делаю все, что вы перечислили. В кино, что я сыграл в кино? Как вы? Чистилище я сыграл. Каменскую. Два сериала. Там по мелочам. Рот, там, убойная сила. Это играете в кино? Нет, просто где... Роберт Де Ниро играет в кино. Где вы зарабатываете больше? В кино, в театре или... По чуть-чуть, в кино. Вот по чуть-чуть, в кино. Дальше пошел театр. Еще более по чуть-чуть. Вот еще более. Значит, больше всего на телевидении. И чуть-чуть на телевидении. А ресторан «Парадокс», которым вы владеете в городе Санкт-Петербурге? Им владеют люди, которые... имели средства вложить в реконструкцию этого заведения. Мое участие весьма скромно. Вот. То есть вы дали просто имя? Наверное, чтобы проще обывателю было так, да. А от кого вы в большей степени зависите в материальном смысле? От зрителя. От зрителя. От какого? От зрителя. Везде же по чуть-чуть. Да, который в результате делает рейтинг. Везде по чуть-чуть, но я знаю своего зрителя. Вот, видимо, этот я зритель... работаю на среднего зрителя. Вот, видимо, этот зритель нам и звонит. Нам и звонит, да? Этот зритель, я думаю. Мы слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я надеюсь, что разговор сегодня будет не только о ваших окнах. Вы меня интересуете прежде всего как актер. Вот в фильме «Невзорова» «Чистилище»... Я себя интересую больше всего как актер. Ну, может быть. Вот в фильме «Чистилище» Невзорова вы потрясающе сыграли чеченского командира. Ваша роль, по-моему, гораздо значительнее, чем весь тот фильм. И я хотела бы спросить вот о чем. Как бы вы решили чеченскую проблему? Как бы вы остановили эту войну? Будет это в вашей власти? Господа, спасибо. Если вы мне сразу сказали, что мы будем говорить о чеченской проблеме и плавно перейдем к войне в Ираке, я боюсь, я растерялся бы. Но это вопрос от зрителей, это не наш вопрос.
девушка, каждый должен заниматься своим делом. Я, как гражданин этой страны, я не могу быть в стороне, я лишь негодую и развожу руками, и что-то там, смотря новости по телевизору, шепчу, злюсь, но решить эту проблему я не в состоянии. И если, извините меня, при 26 рабочих днях, которые мне выпадают в месяц, я еще буду сидеть вечером на горшке и думать, как бы мне решить чеченскую проблему. То есть вас это не волнует? Еще как волнует. Но ваша спросила наивная зрительница, что бы вы сделали? Я не хочу думать сейчас и говорить какую-то глупость. Я скажу обязательно глупость, потому что большие умы сидят и не знают, что делать. В ночи я скажу глупость. Но, тем не менее, чеченская тема в нашем киноискусстве представлена, скажем так, двумя направлениями. Вот есть фильм «Война» Алексея Балабанова. Вы его видели? Да, посмотрел. Где? В переезде в автобусе работал видеомагнитофон. Где чеченцы злодеи. Да. Общий такой настрой. И есть фильм «Кавказский пленник» Бодрова. Не видел, к сожалению. Там, где несколько сложнее все представлено, где чеченцы скорее благородные такие борцы за свободу. Вам какое понимание этой проблемы ближе? Не скажу. Ну, иначе тогда спрошу. Вот понимание... Не скажу. Не скажу почему. Не скажу, потому что боюсь кого-то обидеть. Кого-то обидеть. У меня есть своя четкая точка зрения на чеченскую проблему, на войну в Ираке. Про войну в Ираке мы вас не спрашиваем, но поделитесь. Нет. Ну, а, собственно, для этого и позвали. Господа, боюсь, разочарую. Ну что ж, видите, значит... Я просто считаю, что каждый народ имеет право жить так, как он хочет жить. И совать свой нос в дела другого народа, это пошло. А чего же вы тогда боитесь? Вы сказали уже. Я сказал очень обтекаемо. Другой момент, как хочет жить тот народ. Вот если перейти к разговору, правильно ли, на мой взгляд, живет тот народ, куда другой народ сует свой нос, это длинная история, которую я не хотел бы касаться. Хорошо, я хочу тогда по просьбе нашей зрительницы и по вашей просьбе вернуться к вашему актерству. Я знаю, что вы учились в театральном институте имени Черкасова в городе Санкт-Петербурге. Но потом как-то вот не могу нить такую протянуть. Я могу протянуть. Что-то случилось после вуза, и у вас вы куда-то исчезли. Вы не пошли в театр. Или пошли в какой-то театр, но исчезли. А потом из России. Оказались на радио. Угу. Вот почему у вас не сложилось сразу театральное? Сложилось. Каким сразу. Образом? К сожалению, сложилось сразу. К сожалению? Да. Я закончил институт во времена без времени. Вот совсем без времени. Какой когда это был театры, год? Я сейчас не помню, не так давно, но вот только вот эта перестройка, 90-х. Ну хорошо, если вы... 9 лет назад. 67... 9 лет, не надо говорить, какого года. А что вы, девушка, что ли? Ну, женщины, актеров не приличают. У вас 4... Здрасте. Мне 28 лет скоро будет. 28 лет несмотря вам... Несмотря на то, что нет, я это выгляжу я... гораздо моложе. И раньше блондин, да? Был блондином, да. И брюнет, понятно. Ну хорошо, не хочет говорить, что родился 4 апреля 67-го года. Ну, мы не скажем. Ну, свет. Ну, так что, пору без времени. Да. И театров практически не существовало. Вот не существовало. Они закрывались один за одним. Ведущие театры. В ведущих театрах оставался костяк какой-то актеров. И меня, естественно, студенты не брали никуда. Вот, ну, никуда. И а вы показывались? Один раз я показался Игорю Петровичу Владимировну, ныне покойному. Это вот, в театре Ленсовета? В Ленсовета, да. Он сказал, что я ничего не понял. Я ничего не понял, что вы мне показали. На следующий день был капустник, который я сделал со своими коллегами, друзьями. Он смеялся, стучал в бок моего мастера Владимира Викторовича Петрова. Говорит, классный парень, а как его к себе пригласить? Петров говорит, Володя, он к тебе вчера ходил. Игорь, он к тебе, я не помню. Не помню. Я обиделся чего-то, расстроился, я потом обиделся и не пошел. Но есть же еще Александринка, есть БДТ. Ага, БДТ не взяли, БДТ не взяли. В БДТ мы всем курсом пробовались, меня туда не взяли, конечно. Вот. И я, меня пригласили в русский театр во Франкфурт на Майне. Да, нас костяк, как ни странно, лучших выпускников года. Там несколько человек, один предприимчивый режиссер,
вдруг раз, и нас к себе. Ребята, это Франкфурт, это Германия, это 200 марок в месяц. 200 марок в месяц, елки зеленые, годовая зарплата в театре в нашем. И мы всей шоблой во Франкфурт на Майне, где играли очень приличные спектакли, веселые Лубины. Но тогда заканчивался спрос на Лубиное искусство. И вначале мы с большим успехом, потом все меньше, 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 меньше. И перестали собирать залы, потому что наши матрешки уже никому не интересны. Но это было для русскоязычных? Нет, мы играли для немцев, для немцев? Чистых немцев. Да, 8 страниц текста методом ассоциативного. Скажите что-нибудь по-немецки. Вы знаете немецкий язык? Я абсолютно не знаю, но... Я хексе с гидкан глюком лейбен ден штаптерн вене криген хульс дер тойфель клар. И вы не знаете немецкого? Нет, понятия не имею. В обе сдущенных бинхеншо. У меня главная роль была, я играл Лешего. Не безуспешно. Мы собирали залы, и когда поняли, что мы будем зарабатывать не 200 марок в месяц, а 200 марок в 2 месяца, но зато можно копаться в помойках и собирать Красный Крест из пакетов джинсы и рубашки. Вот. Это как-то примирило с искусством на тот момент. И, в общем, 2 года мы как-то просуществовали. Вот эта та нить, которая понятно. Выпала, а потом радио. Теперь все восстановилось. Потом радио, так, да. У нас вопрос от зрителей. Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый Борис Ильда. Добрый вечер, дорогой гость. Дмитрий, слежу за вашим творчеством с неослабевающим интересом и радуюсь вашим успехам. Спасибо, дорогая. А передача «Осторожный Мадзен» просто супер. Ваш дуэт Сергеем Ростом выше всяких похвал. Но мне интересно, а как ваш коллега Сергей Рост реагирует на вашу невероятную популярность? Он не ревнует вас к вашему успеху? Большое спасибо. Сказать, что не ревнует, наверное, соврать. Все равно мы все ревностно, все равно относим, как ни крути. Наверняка ревность, но мы с Сергеем Анатольевичем поэтому так долго вместе, что есть момент какой-то взаимопонимания, и я думаю, что все равно Сергей Анатольевич радуется, как я за него радуюсь. Сейчас его пригласили в кино сниматься, и он говорит: слушай, мне не уложить, вот там 50 съемочных дней. Я говорю: надо уложить, просто надо уложить. Скажите, пожалуйста. Я искренне радуюсь. Я думаю, что он тоже, да. Вы, вот девушка вспомнила про... Уложить 50 съемочных дней, чтобы... Какой-то срок. Чтобы вы могли работать «Осторожно, Мадерн», угу, продолжать конечно. Его снимать. Я выслушал ваше интервью на радиостанции «Эхо Москвы». Ой, простите, «Европа плюс». Это было, сейчас я вам скажу, 1 марта, по-моему, этого года. Я пропустил, к сожалению. Как это вы давали интервью? Открою, может, секрет записи. Нет, а может быть, вы давали интервью, да, давал интервью. Журналисту, не буду называть его фамилию, чтобы не делать рекламу. Где речь зашла об «Осторожном Мадерне», да? И вот, значит, расшифровка этого интервью. Я никогда не получал ТЭФИ за «Осторожный Мадерн», потому что дорого. Были озвучены цены за первое. Второе место. Россия единственная страна в мире, где можно купить первое место. Первое место не продается нигде. Первое оно первое. Дальше есть какие-то интриги, можно купить первое место. Мы всегда четвертые. Всегда четвертые на протяжении последних 6 лет. Это ваши слова. Абсолютно правильно. Скажите, пожалуйста, а кто эти три, которые перед вами? Ну, вы же их знаете. Нет. Тогда я их не буду называть, чтобы с ними не ссориться. Хорошо. Тогда... Вдруг люди заслуженно получили эти места. Хорошо, тогда другой вопрос. Откуда у вас данные о коррупции в Академии ТЭФИ? Потому что вы сказали, что это делается за деньги. Да. Откуда у вас такие данные? Вот так вот долетают они потихоньку. То есть? Да вас нет? Нет. Вы говорите, что у вас хороший конгломерат. Мы получали ТЭФИ, но мы не платили ни копейки за это. Что вы говорите? Да. Я думаю, что вам крупно повезло. То есть вы так считаете. Хорошо. Меня, честно говоря, удивило. Вы говорите, можно купить первое место и второе место. А разве в ТЭФИ есть второе место? Я не про ТЭФИ. Я, обратите внимание, сказано, я никогда Россия не получал... единственная страна в мире, где можно купить первое место. Но вы мне скажите, это цитата не к ТЭФИ относится. Нет, как я никогда не получал ТЭФИ за «Осторожный Мадерн». В контексте модель. Разговора, но она к ТЭФИ не имеет отношения. Я еще раз повторю, Россия единственная страна в мире, где можно купить первое место. А кто же покупает первое место? В чем они покупают? Я вам могу привести несколько примеров. Региональные конкурсы красоты. Нет, ну вы же не... Ну, конкурсы красоты, я думаю, что и центральная туда тоже. Туда же. Дима, вы же... Значит, вы здесь осведомлены. Вот. Значит, разговор
скажите мне, пожалуйста, программа награждается почему? Потому что она... Почему? Скажите мне, пожалуйста. Она награждается... Потому что она смотрибельна. Нет, или... на это не обращает внимания. Она награждается... А что интересно, это... в этой державе мы... обращают внимание? Нет, в данном случае не в державе, а в академии. Это академики выбирают. Я подвожу к этому. А на что обращают внимание? На совокупность профессиональных качеств. Скажите, пожалуйста, а как зрителю, какая разница на наши с вами совокупность профессиональных качеств? А это не зритель, это академики. Это профессиональная оценка. Профессиональное сообщество. Скажите, а почему за границей оценка академиков так сходится с оценкой зрителя? И почему награждаются самые кассовые проекты? Потому что их любит и смотрит зритель. Почему, если я беру рейтинг, который еженедельно получают все профессиональные люди, которые занимаются, почему на ведущих позициях по любви зрителя одни программы и фильмы, а в номинациях совсем другие? Я вам отвечу. Ответьте мне, пожалуйста. Это загадка, на которую, над которой бьются лучшие умы. Правда? И сегодня три лучших ума будут над этим биться. Господа, два, я здесь. Но только после рекламы на канале ТВС. Так сложились обстоятельства. Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Нагиевым. Дима, вы всякий раз, опять-таки в интервью, которое вы не давали, говорите о том, что вам никто никогда в жизни не помогал, вы всего добились сами. Надеюсь, вы не станете этого отрицать. Мне помогли в этой жизни только родиться. Цитата правильная. А, да, вот я хотел к этому. Так вот, я хотел бы спросить вас о тех, кто помог вам родиться. Из какой вы семьи? Из интеллигентной, надо заметить. У меня папа инженер, мама филолог, кандидат наук. Филолог, она лингвист? Да, преподает иностранные языки. И немецкий. В частности, тоже. Немецкий. А что же он вас не научил немецкому языку? Ну, вот такой вот я мало читал, я плохо учился, плохо себя вел. Вопрос бестактный. Да. А почему у вас такая фамилия? Длинная история. У нас есть время. Фамилия азербайджанская. Некоторые думают, что там чеченские корни. Там, я так понимаю, связано с тем, что дедушка, который один остался в живых, попал в детский дом. Поскольку начиналась дружба народов, в детский дом он попал в Туркмении. Ему дали азербайджанскую фамилию. Он попал в Азербайджане, ему дали туркменскую. Понятно. Вот оттуда и пошло. Потом он уже женился на немке, на некой цопке. Вот, и там вот намешанный, когда кто-то смотрит, говорит, какое благородное лицо. Я-то знаю, что там пес дворовый. Никакого благородства, ничего от ханов, там каких-то нагаев нет, ничего. У вас было счастливое детство? Я люблю своих родителей, и обычное хорошее такое детство было. Бедненькое, но так хорошее, да. А вы хороший сын? Был. А сейчас? Мы экономим в тепле на близких. И сейчас в этой кутерьме работы, в которой я нахожусь, вот сейчас я с вами, да? Даже не здесь, в Москве, в съемной квартире. Даже не здесь. Не говоря уже, значит, идет экономия на любимой женщине, на сыне, экономия времени. И тем более на маме с папой. Но они, наверное, которые последние в очереди. Наверное, у телевизора мама с папой сидит. И что, да, мама каждый день сидит. Я думаю, папа смотрит программу. Слава богу, она ежедневно смотрит и говорит, ой, Димочка, как поправился. Или, ой, совсем устал. Но помогаете материально родителям? Пытаюсь, наверное, тоже не в той степени, в какой они заслужили. Когда я приехал в Германию, первый раз совсем нищета казанская после института, и ехал в трубе в аквапарке, я плакал. Я плакал, потому что я даже не знал, что это существует, и где-то на подкорке я понимал, что моя мама этого не видела. И папа не видел, может быть, и не увидит никогда. И сейчас, чего бы взять и не отправить их. Едьте, отдыхайте, загорайте, понимаете. Я и возможности этой не имею, и пока еще и в голову мне это. Сейчас пришло. Видите, какая почва. Значит, уже не зря сходил на программу. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вашему сыну? 13. Как его зовут? Не скажу. Вы его... У него, простите. Не скажу, потому что... Фамилия у него ваша? Не скажу.
Потому что я себе эту профессию выбрал сам, а он себе этого не выбирал. Так а как жить с популярностью такого отца? Вот. Поэтому а неужели там, его где... товарищи по школе не знают, знают, чей он сын? И там, где знают, там ему приходится сражаться за честь. Я вам больше скажу, господа. Учитель может себе позволить сказать, ты такой же дебил, как твой папа. Учитель. Ну вы пришли бы в школу и ответили учителю. Я ответил бы. Что дальше? Уходить из школы? Да. Я думаю, что в другой школе найдется другой учитель такой. А вы своего сына научили чему-то, чем вы можете гордиться? Если вы мне окажете честь, и мы встретимся через 15 лет, я вам скажу, господа, я не научил ничему. Или я научил тому-то и тому-то. Сейчас 13 лет, мне кажется, что это лучший сын, это самый красивый, самый умный. Ну что-то из того, что вы умеете, вы ему передаете? А что я умею? Рожи корчить? Я мечтаю, чтобы он не корчил их, чтобы он не был актером. Но парень, по-моему, трет мыло именно туда. Серьезно? Да. На велосипеде кататься, кто его научил? На велосипеде катается филигранно, сноуборды, там все эти дела. Забавный факт. Папа мне говорит, голубчик, будь аккуратней. Я улыбался. Ну что за папа? Ну что такое? Сейчас, значит, он едет на сноуборде, все развивается, рядом бежит папа, будь аккуратен. А кто учил кататься? Сам. Представляешь себе эту картину? Знаете, разговор... В городе Петербурге мальчик, чьего имени мы не знаем, едет на сноуборде, а рядом Нагиев. А там конная милиция, что ли, рядом? Нет, еще? Я в капюшончике и в кепке бегаю. Вам не скрыться от наших зрителей. Вопрос. Мы слушаем вас. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. С вами разговаривает Светлана Швидкова, сотрудница в интернет-сайте «Повить персонам». Чего полиция? Политперсоны. Политперсоны, витперсоны. Да. У меня такой к вам вопрос. Во-первых, сначала я хочу сказать, что вы сильнейший по энергетике человек. Таких мало я вообще встречала в своей жизни. И такой следующий вопрос. Какая бы женщина смогла с вами вместе ужиться? Угу. Если вы думаете, что я даже до 30 лет не уживался и не уживаюсь с женщиной, это не так. Это не так. Со мной тяжело жить, именно тяжело в силу, если неудачи на работе, я думаю, коллеги, извините, что я вас называю так, мне не дадут соврать, что если удачи на работе, то ты в этих удачах. И разговоры о плите, о колготках, о колечке, они, в общем, кажутся достаточно милы и незначимы. Если неудачи на работе, то ты срываешься опять-таки. Чтобы хорошо, ты злишься. Плохо, ты злишься. Очень тяжело жить с творческими людьми. Я с утра встаю, если мне надо куда-то идти, то я уже там. Мне не до разговоров о каше. Если я встаю, мне не надо никуда идти, мне кажется, что я никому не нужен, и мне опять не до разговоров о каше. Поэтому я не знаю, может ли со мной ужиться какая-то женщина. Пока как-то пытаемся держаться. А как у вас в школе, что было по арифметике? Банан. Крепкий, хороший банан. Это двойка. Двойка, да. Видимо, да. Потому что я сижу и думаю, ему 30 лет, сыну 13. Что, он в 17 лет родил ребенка, что ли? Я вам больше скажу. Женщина дала в Свердловске интервью, где сказала, что ее 24-летняя дочь от меня. А, отлично. Да. Вы знаете, это не случайно, потому что вас называют секс-символом. И во всех статьях о вас... Угу. Это подчеркивается, но я не могу не процитировать газету «Красный Север», город Вологда, 7 июля прошлого года. Знаете, что с написали? Так. Он обладает вызывающей сексуальностью. Вот скажите мне, пожалуйста, куда и кого вызывает эта сексуальность? Вот чем же вот вы так их заворожили, что они... толкует про вашу вызывающую сексуальность. Конкретно Вологду, да, я не знаю, поскольку север. Я там не был. Но это может быть к разговору об энергетике. Может быть. Знаете, а в школе как... то же самое было? Нет. Я был в школе полный мальчик. Как полный? Я был не полный. Жиртрест, что ли? Жиртрест. Жирная бочка родила сыночка, да.
свинка там и все эти дела. Как же про вас пишут, что вы мастер спорта по самбо и участвовали в соревнованиях? Это позже. Когда позже, среди юношей, я начинал бороться в четвертом классе. Я весил там, я не боюсь обмануть, 50 сколько-то. И в 10 классе я боролся в 48 категории. То есть я сколько весил тогда, да, потом резко похудел. Это еще к разговору об интервью, которое я не даю. Был, как девушка пристала, и вот давайте. Я говорю, давайте несколько вопросов. И вот она говорит, я знаю, что помимо всяких вопросов, там о маме, о папе, о глупых совершенно вопросов, ничего не дающих для читателя, для меня, вот, такой вопрос. А вот я читал, вы были толстые. Я говорю, да. А чего вы похудели? А здесь сидят мои друзья, коллеги, и я говорю, слушай, Леш, может, от анонизма? Вот. Заголовок на следующей неделе. Нагиев похудел от анонизма. Что это такое, понимаете? Ну, куда это годится? Нет, этого невозможно. Давайте слушать наших родителей. Может быть, тут этого не будет. Мы слушаем вас. Дмитрий, добрый вечер. Ваша популярность обсуждается всеми и в газетах, и в журналах. Причем это обсуждение приобретает иногда острую форму. Острые. Некоторые, например, намекали на вашу, скажем, простите, так сказать, нетрадиционную сексуальную ориентацию. Я-то в это не верю, и поэтому хочу вас узнать. Это что, был рекламный трюк? Ведь сейчас шоу-бизнесе очень модно простудить клубы. Удачи вам и спасибо большое. Удачи. Я не знаю. И ветра в спину это называется. Да, может быть, я кого-то расстрою и огорчу. У меня был момент, когда только популярность начала, и стали говорить, да он голубой. Я думаю, ну я же выше этого, ну что я буду слушать. И вдруг я заметил, меня меньше стали приглашать в клубы, потому что клубы, как правило, под братвой, это было так. Вот, а братва к этому плохо относится. Мне стало нечего кушать. Я стал развеивать этот миф. На сегодняшний день я не гнушаюсь сказать, я не знаю, где это модно. Если человек голубой, и он пытается сделать из этого моду, то это плохая мода. Ты можешь быть голубым, розовым. Это ты, твое дело, твоя жизнь, твоя любовь. Моды из этого не сделать. Я с сожалением, с счастьем, с радостью, может быть, заявляю, я не голубой. Если бы я был голубой, у меня было бы больше каких-то проблем, но быстрее бы решились другие проблемы. Возможно, я сейчас... Я промолчу. Да. Вы пока подумайте над тем, каких бы проблем было меньше у нашего сегодняшнего гостя, если бы он был не в зеленой майке, а в голубой. И не в рваной, а в целом. А сейчас реклама на канале ТВС. Так сложились обстоятельства. Гагарина была жена. Я знаю. Тем более, да еще и дети. У него жена. Вот. Надо какие штуки, а? Угу. Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу беседу без протокола с Дмитрием Нагиевым. Хотя наш зритель в первом периоде просил не говорить об этом, но я не могу как коллега коллегу спросить. Кто зритель программы «Окна»? Значит, как мне сообщили, 50 миллионов населения страны хотя бы раз в месяц смотрит программу «Окна». Нет, ну по вашему мнению, кто эти люди, социальные, как их категория? Абсолютно это? Все. Все, да? Абсолютно все. И я здесь боюсь вам сказать, что это средний класс. Когда на уважаемый мной, когда в хорошем кругу больших артистов они начинают поливать программу «Окна», я сижу здесь, я не слышу, ну зачем, ну честное слово, ну надо тебе это бросать. Вот помнишь, ну во вторник, ну просто, ну тошни, вот просто. Да ладно во вторник, в четверг, ну просто, ну беда. Я говорю, господа, вы просили, пробовали не смотреть хотя бы одну программу? Ну зачем? Я предлагаю выбор. Ты смотри или не смотри. Больше меня удивляет, когда почтенный, уважаемый и любимый мной режиссер Никита Михалков с экрана вдруг говорит, что это паршивейшая программа, паршивейший ведущий. То есть вы думаете, он тоже смотрит?
Я думаю, что он, может быть, и не смотрит, но он говорит это. Я так думаю, неужели такой умный человек не понимает, что если бы у такого маленького человека, как я, был выбор сниматься у Никиты Михалкова из фильма в фильм, сниматься у Стивена Спилберга, работать на хороших театральных подмостках, вот, я бы сейчас вел программу «Окна». Но мне выпало делать это. И я люблю программу «Окна», и я делаю это честно. Я нисколько не посягаю на вашу любовь к программе «Окна». С другой стороны, хочу, чтобы мы посмотрели на это. Один наш коллега много лет назад пустил выражение такое, его потом все презирали, я считаю, что он был прав. Он сказал такую фразу о каких-то форматах телевизионных. «People have it». Mm-hmm. Вот скажите, а почему «People have it» «Окна»? Это ново. Это интересно. Это интересно. Это качественный продукт. Качественный. Вот в том формате, в каком этот продукт сделан, это качественный продукт. И количество программ, которые попытались выйти в эфир в этом же режиме, они не получили. Знаете, я уже есть секреты, но которые... есть количество программ, которые успешно работают, назовите, в этом же формате. «Большая стирка», «Моя семья». «Большая стирка», во-первых, чуть пораньше. Это федеральный канал. Это несравнимо больший бюджет. Но успешная программа. Мною уважаемая программа, да. И, безусловно, успешная. Значит, если поставить заслуги такого небольшого кабельного канала, дециметрового, как ТНТ, рядом с федеральным каналом номер один. ТНТ очень мощная сеть, зря вот так. Это очень серьезный канал. Стоит ли тягаться с такой маленькой программой «Окна»? Дим, вы знаете, я вам завидую, потому что я бы определил «Окна», я абсолютно с вами согласен, это качественная программа. Качественный ведущий, потому что если бы он был некачественный, мы бы не позвали его все на передачу. Но эта программа показывает нам идиотизм жизни. Вот идиотизм жизни. Она показывает не идиотизм жизни, она показывает жизнь. Жизнь, ну хорошо. Но это не одно и то же. Mm-hmm. Секундочку. Ну, на мой взгляд, это идиотизм. Это вы жизни. Сказали, это не да, я. Это я сказал, да. Mm-hmm. Ну, просто вот мы разные люди, потому что когда я встречаюсь с идиотизмом жизни, mm-hmm. тем более в таких обильных масштабах, в такой форме, у меня сразу нападает тоска и уныние. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот в вас возникает азарт, совершенно легкий такой, я бы сказал, даже моцартианский. А вот вы всегда к этому идиотизму жизни относились с такой безоглядной легкостью? Или это пришло только потому, что это профессия? Вы знаете, я, ведя программу «Окна», во мне возникает вот этот вот азарт. Если бы я сидел сейчас на вашем месте, ко мне пришел бы в гости Дмитрий Нагиев, возможно, у меня возникла бы скука. А, понятно. Мы работаем в своих весовых категориях, и мы пытаемся честно делать это дело. Почему так получается, я не знаю. Но мне ужасно интересно. Сейчас я попробую понять, почему. Вот есть русская классика и то, что называется юмор и сатира, да? Они очень часто занимались идиотизмом жизни. Я настаиваю на своем определении. Да. Сейчас назову вам 3-4 имени. Кто из них вам ближе? Хармс. Понимаете, что Хармс мог бы написать о ваших персонажах. Зощенко или Ильф с Петровым. Кто из них вам ближе? Я здесь затрудняюсь вам сказать, поскольку это любимые писатели, и кто ближе к программе «Окон». Я нет, не к программе. Нет, вам лично, по мироощущению, кто ближе, Хармс, Зощенко или Ильф с Петровым? Наверное, Зощенко. Наверное, Зощенко. Хотя умничать тоже сильно я не хотел бы. Я стараюсь не разговаривать о литературе, о том, что я читаю на сегодня. Я стараюсь не разговаривать о том, что я слушаю на сегодняшний момент. Мы не будем... Да. Ну, нет, мы вас про это спрашивать не станем. Зрителю дадим слово. Слушаем вас. Дмитрий, вы знаете, что чтобы вашу программу перестали смотреть, ее просто надо закрыть. И когда закроют эту программу «Окна»? Ну, спасибо вам. Спасибо вам большое за вопрос, да. Очень у нас, вопрос. У нас с вами разные задачи. У меня, я надеюсь, что ее не закроют никогда. Вы, наверное, надеетесь, что добрый ее скоро закроют. Когда у нас было 3 канала, ну тогда, наверное, ну 3, ну там нечего выбирать, когда по всем балет идет. Здесь есть выбор, поэтому просто
А еще на телевизорах есть такая кнопка «Запрет канала». Мой вам совет, попробуйте ее нажать. Скажите, а что вам позволяет относиться к персонажам программы? Mm. Вот так же свысока, как вы сейчас отнеслись к нашей зрительнице, задавшей вопрос. Я являюсь зеркальным отражением, да. Если я вижу хотя бы намеки любви и уважения к себе, я перехлестываю эту любовь и уважение. То есть вы хотите сказать, что да. Люди, приходящие в качестве персонажей да. На программу «Окна», относятся изначально к вам так вот сквозь губу, смотрят на вас свысока? Вы невнимательно смотрели. Я ни одного человека не оскорбил, ни одного человека. Если мне говорят, пошел ты там-тарам-там-там, я отвечаю на порядок выше. Я могу ударить. Эти моменты вырезаются, да. Несмотря на то, что это рейтинг программы, казалось бы, их вырезают. Ведущий должен сохранять какой-то нейтралитет. И в большинстве своем я уважителен и корректен. Я не ругаюсь матом. Я не ругаюсь ну, матом. Ну, слава богу, не да. Пугайте. Вот я уже понял, что вы можете подраться на съемочной площадке программы «Окна». Mm. А где еще вот в жизни вы можете подраться? Вы все время говорите, вот ударю там. Я не все время говорю, я первый раз сказал. В интервью я читал очень много. Это, нет, это... Могу наверное, дать был, в морду и так далее. Наверное, вот. Был не я, нет. Я последний раз в жизни, когда это было? Это было? Если... Это не драка была, а драка — это бой. Бой, который... Здесь это... пару пинков, которые периодически я даю, потому что есть люди, которые назойливы, очень назойливы. У нас вопрос от зрителя, надеюсь, что такой реакции не будет. Слушаем да. Вас. До них трудно дотянуться, mm-hmm. Они далеко. Слушаем вас. Алло. Да, громче говорите быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы выросли не в богатой семье, и у вас был очень маленький доход у этой семьи. Сейчас вы стали богатым человеком, а изменилось ли ваше отношение к людям и вообще к жизни? Ага. О том, что я вырос в небогатой семье, это справедливо, я не в нищей семье вырос, в небогатой, как многие семьи. Если семья, которая зарабатывала 120 рублей в месяц, была бедненькая, нельзя назвать состоятельной семью, которая зарабатывала 240 рублей в месяц. Это все примерно под одну гребенку. То, что вы, милая девушка, сказали, что я сейчас стал богатым человеком, это блеф и ложь. Это блеф и ложь. И если когда-нибудь это случится, я сообщу это с гордостью. Господа, я стал богатым человеком. Я многих вещей себе не могу просто позволить, просто в силу отсутствия. В силу отсутствия каких-то средств. Я не умираю с голоду. И за это спасибо Господу, я каждый раз благодарю. Но я, то ли вы не видели богатых людей. А что из того, что вы считаете роскошью, вы можете себе позволить? Я могу позволить себе ездить на иномарке. Не новый. Не новый. Я могу себе позволить сходить в магазин, купить джинсы себе. Но очень много времени в моей жизни ушло на нехорошие, гнусные мысли, где жить, на чем ездить, чем прикрыть зад. Вот эти мысли, они унизительны. Их не должно быть. Я надеюсь, что мои дети будут думать о чем-то другом. Помните, как в том фильме, о чем ты мечтаешь? Я хочу пальто. Ну, возьми мое, только мечтай о чем-то другом. К сожалению, львиную долю своего времени я мечтал о новом пальто. Вы писали вот стихи когда-то? Да. А вы пишете сейчас стихи? Сейчас нет. А когда... в силу такого маховика, в когда котором вы прекратили писать стихи? Когда ушел с радио. Когда ушел с радио. Ну вы помните свои стихи? Я не буду это сейчас делать. Это ни к чему. Это почему? Лирика, которая, господа, просадит вам рейтинг. Да ну что? Не-не-не. Любовная да? Лирика? А? Да, естественно, я все-таки это сделал. Не видно твоих картин. Я сейчас даже не вспомню половину из того, что писал. Потому что я к этому не возвращаюсь и даже не работаю свои стихи на сцене, потому что мне это на сегодня же неинтересно просто. Это обман зрителя. У нас в гостях был Дмитрий Нагиев, который, к сожалению, не прочитал нам ни одной своей поэтической строчки, но страшно нас заинтриговал. Человек, который называет себя маленьким человеком, но на самом деле это большая фигура. Надеюсь, что вы смогли сегодня к нему присмотреться и видели немало интересного. Мы желаем вам удачи, Дмитрий, спасибо, взаимно. Что вы к нам пришли. Программа взаимно. «Без протокола»
берет небольшую паузу, связанную с майскими праздниками, с тем, что мы будем делать фильмы из цикла «Интересное кино». Мы прощаемся с вами на не очень большой отрезок времени, хотя, как вы понимаете, все происходит в жизни, и такие дуют ветры наверху.